Итак, больше черного. Полоса, уходящая вдаль. Деревья, уходящие вдаль. В частности, для тех, кто боится цвета, отличная задача. Дерево здесь. Машинка здесь. Аж до края доходит. Отражение сюда. И машиночка здесь. Темненькая. Здесь темности соединились. Немного к черному добавлю изумрудный зеленый сюда. Немного добавлю английской красной. Еще одно деревце там осеннее. Может быть, и здесь чуть-чуть мигнет у меня краснинка. И даже вдали вот там. Сюда немножко красненький попадает. Тень, вернее отражение, и отражение и тень от автомобильчика. От второго. Здесь темнота выше середины заходит. Черный с зеленым. Здесь в середине, как бы чуть выше середины, проходит полоса уходящих вдаль. Короче, дальних машиночек, покажем ее. То есть я передаю пятна пока. Колесико. Колесико. Thank you.
розовый разбил. Так, нужен и тот, и другой. Так, желтенький разбил. Сначала без разбила. А теперь еще и белила в центр. Ну вот первый пожар в картине состоялся. Ну, вы видите, что в каплях вообще нет ничего сложного. Надо просто усердненько потыкать. Не обязательно такое количество капель. Можно и меньше. Так, разбил розового. Попробую здесь. Теперь разбил красного. Thank you.
просто клякса пись. Ну, не знаю, может, уже и все. Уже красиво. Все, ребята, я думаю, у вас у всех получится.